Привет, друзья! Я записываю это видео, чтобы поделиться по-настоящему хорошими новостями. Моя творческая студия, которая ранее располагалась в моем гардеробе, наконец-то переехала в настоящую студию. Для тех, кто меня видит впервые, уточню. Меня зовут Павел Урлапов, и я человек, который стоит за всем, что происходит на этом канале. Я сам играю в игры, сам пишу сценарий для обзоров и эссе, сам наговариваю текст в микрофон и сам монтирую видео. Быть может, логика рыночной экономики предполагает, что нужно расти, расширяться, нанимать новых людей, но я не нахожу эту идею привлекательной. Я получаю искреннее удовольствие во время записи голоса. Наслаждаюсь рутинным двиганием ползунков на монтаже, и мне в кайф обрабатывать изображения для обложек видео. Выражаясь словами кумиров моей юности, if you love what you're doing, you will already succeed. Пока что здесь наблюдаются некоторые проблемы с акустикой, даже несмотря на дюжину акустических панелей, замаскированных под картины. Но это поправимо. Меня это нисколько не печалит, потому что для меня моя собственная студия — это все, что нужно для счастья. Это моя обитель, мое творческое пространство и место, которое теперь вы будете регулярно наблюдать на своих дисплеях. Пользуясь моментом, хочу сказать спасибо моим родным и близким за то, что поддерживаете меня и помогаете мне пройти через мой тернистый путь, а также поблагодарить моих зрителей за просмотры и комментарии. Ваше внимание – это топливо для моего двигателя. А у меня на этом все, друзья. Спасибо вам большое за просмотр. До новых встреч!